Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вин Кутанов, и сегодня мы с вами продолжаем играть в растения против зомби 2. Но не в разуме, потому что я ту запись проебал. Две записи, то есть и с вебкой, и не с вебкой. Ну а сегодня у нас будет обзор на такое растение, как индейка пульта. Появилась она вроде недавно, а нет. Ну да, как видите, недавно, видите, 34 дня. Значит, не да. Но сезон, по-моему, про нее начался. Или не начинался. Точно не знаю, не помню. Да и зачем. Ну, короче, просто давайте уже начнем. Тум-тум. Да. Чего? Чего? Ну, короче, не знаю. Тум-тум. Так, ну ладно. Смотрим. Да, смотрим. Кстати, вот видео, наверное, будет выходить. Опа! Так, ну-ка. И как оно стреляет? Ну-ка. И чё он не стреляет? Слышь, стреляет. И чё? Вот оно как! Я хочу заполучить это растение. Но смотрите, она кидает. Она рили индейка быстрее. И эта индейка. Типа, ну, дает урон, типа, вот этим вот зомби. Поэтому, пожалуй, я буду играть. Ну, завтра или после, да. Ну, или, короче, сезон. Сниму об этом сезоне, потому что мне это растение что-то не нравится. То есть она просто берет и... Короче, это нормальное растение мне нравится. С новой функцией. Короче, не знаю, как вам, но мне это растение. Я, по-моему, запоздал уже, все давно сняли. Хотя нет. Те, которые там бета достали, ну да. Ну вы, наверное, не знаете, как растение. Сори, конечно, то, что я на неделю пропадаю, но это ничего, допустим, не надеюсь, а уже, то есть, завтра, в принципе, выйдет. Завтра уже был. Этот ролик про Монка. Опа, так, валяется теперь. Куда вы там полетели? Так, ну это вообще тоже презентация там ставит, а это вот вперед. А тут надо... Вот, вперед. Лоу, он так стреляет, лоу. Типа подмигивает. Зачем он подмигивает? Ну ладно, чтобы поприкольнее было. Ага, этот крокодил. За куда его? Ну вы чё, издеваетесь что? Тварь. Заморозься. Я хочу чё сказал, заморозься. А, он не его. Ух ты. Смотри-ка. Он же какой раз ударяет, а индейка не дает слов. Что ехать? Понимаю. Лода его убили, да. Возможно, его убили, потому что красный жал. Просто ради стимки. Как бы 8 лет. У меня поэтому вот так быстро не убил. Поэтому дайте только эту пульт. Я узнал. А, индейку пульт, чтобы я узнал об этом. Что там? Чё там?
Ну и все, да? Ну честно. Так. Ну, естественно, на вторую буду. Угу. Так. Так, ну, по-моему, близко надо стоять. А вот не близко. И зачем вы пошли? У меня же не удобрение. Ничего нет. Ну. Ну я сейчас проиграю. Опа. Ну шари! Бросай! Бросай давай! Бросай давай! Так, ну и первый уровень неплохо. Вот чисто задерживает зомби. Вот. Еще не зомби, а гаргантюра. Так, ну все, мы Каркадио победили, но все отсюда их можно выкинуть. А, лол, но звук... Но звук очень похож на индейку... На зомби-индейку. Ну вы поняли, да? Там... я забыл, как называется, там праздник такой, американский. Да. Там день, который... День был Катарине, по-моему, да? Или нет? По-моему, да. Или нет? Я не знаю, короче. Ну, ладно. Куда ты, тварь? Вот твари все, что себе взять, нет? Блять, там нет. Ну, ладно. Там, идем так. Опа. Опа. Блядь, слишком не рано. Ну, наоборот, слишком рано. Ёлки. Да не смит, не тварь. Ой, никто ж не стреляет. Опа. Так. Опа, вот так. Так. Тыква? Лол, в тыкве? Лол. Серьезно, в тыкве? Понимаю. Знаешь, короче, это все в тыкву, да? Еще... А, все, я понял. Что за... Я думаю, это удобрение не у этого растения просто, ну, типа, да. Просто индейка мне дофига кидает и все. Оказывается, там улучшенные индейки. Не улучшенные, а... В общем, индейки с обороны. Не. Видите, поэтому они тыкву. Не. Ну, в принципе, хотел бы прокачать это растение. Собственно, поэтому я и буду в арену. Просто себе напоминание поставлю, то, что там через 3 дня нужно заснять видео про арену. То есть вот в этом месяце будет активно буду играть в арену. Вот это никому не интересно, но мне надо. Моли, чё один разлом снимать? Ну чё там один разлом снимать? Мне уже честно надоело один разлом снимать. Нет. Мы в конце серии зайдем на батл. Просто зайдем. Или не зайдем. Ну короче посмотрим. Нет. Так, ну чё думаю, можно. Потому что я это растение реально хочу. Я прям очень сильно хочу его. Блин, там нет никого, ну ладно. Что это кто-то остался? Ну что так вот? А, так там эти, а я думаю, что это называется? Там эти, как это? Хуйер.
да? Хулер за хулер. Ну вот, а ты хулера. И пришли. Нет, он сейчас сдвинет. Он сдвинет сейчас. А, нет, сдвинет. Куда ты? Эй! Ты куда, эй? Слышь, ну вот еще. Дум-дум. Я очень сильно хочу это снять. По-моему, это реально. Не знаю, как вам. Ну, поэтому и пишите об этом в комментариях. Да. Как вам это? Да. Растение. Играли вы это растение? Или посмотрели это видео, чтобы посмотреть, какое это растение? Римский зонд уже не... Как сказать-то? В общем, не. Опа. О, лол, сейчас будут индейки против ласок. Да? Ласки зовут, да? Вот так. Так. Куда побежали-то? Серьезно? Лол. Да мне это не пользовался. Шауки, а? Шауки шутер? Нет. Куда? Жрите, жрите! Ну, короче, римские зомби теперь не появляются только в разуме. Теперь там появляются только в разуме, появляются только зомби. Кстати, вроде как много зомби. Я засыпал. Можно их молить? Не знаю. Ну, ничего говорить не буду. Панки тоже едут. Вдруг вы не знаете, что за много зомби. Блин, сейчас ведь... Кстати! А на кого он будет медузу кидать? Он будет медузу кидать на вот эту вот индейку? Вот интересно. Мне прорели интересно. Баллиста пришел. Ой, точнее, приехал. О, ну ее заморозили, ну и хорошо. Да куда ты, слышь? Куда ты меня классику? Уничтожи все, сбегали ты. Ну что же за такое, слышь? Давай, ну что же за такое дело? Ну, блядь, откуда он? Я по его поставил. А, лол! Понимаю. Понимаю. Видео там без башни прыгал. Голова типа отвалилась и они все равно его. Ура, прорвались. Куда ты медузу кинь? Это себя ведь кинь медузу. Ой, это сейчас не ноги. Какие, блядь, медузы, это ж сминоги. Но осьминожник звучит как-то не очень. Поэтому будет медузник. Так. Ну чё, всё го? Значит, на предпоследний уровень. Опа, римский карантин. Уже тут у нас. Да. Тум-тум-тум-тум. Пошёл. Ну. Да нет, он сейчас будет выкапывать. Ну толкни. Да нет, он сейчас выкопает. Пусть вот это лучше выкопает.
Не понял, а чё он не стреляет-то? Да. О! Тыква. А, так они еще и огромные, смотрите. Прям реально огромные. Вот, то есть они не такие маленькие, они реально огромные. Значит, у Добрыни реально Добрыни. Нет. Да зачем назад? А что у тебя получится? Куда ты его кинул, Себя кинул, вот реально. Я зомби, блядь, меня ж лагает игра. Такого количества зомби. А, я только сейчас заметил то, что 10-й левел. Не, я реально только сейчас заметил то, что 10-й левел. Лоу. Лоу. Как это к воды, что так? Точнее, ничего то, что как бы у нее как бы дырка закрыта, ничего то ты. Да. Ну я про лифпит, вот. Вот. Видите? Ну дырка там закрыта, ей все равно. Понимаете, будет все равно проигрывать. Так, ну все. Именно она. И последний уровень. Осталось. Так, ну все. Как же это много зомби. Я просто... Вы что, издеваетесь? Ну, все. И все уже валил. Это индейки, понимаю. Все. Ну я особой разницы не заметил, но я вот заметил разницу именно в удобрении. То есть там, ну, огромные такие. А индейки выпадают. Опа, это уже интересненькое. Это уже интересненькое. Окей, за нас убирают. А, 150. В принципе, ну... О, нихера себе. Ко? Ну просто танцуй. А, блин, я делаю. А, блин, надо же это. Стоять. Стой. Слышь, стой. Убейте его, он же это. Сейчас прорвет оборону нашу, я о чем. Вообще надо побольше вот этого ставить. Вот это, да блять, опять. Ну бейте, ну вот.
надо вообще как подсолнух сжирать. А, могилу надо сжирать вообще. Не-не-не. Тут могилу сжирать, и новым все будет. Большая зона. Угу. Так, нашу оборону пока не пробили. То хорошо, круто забыли. А чё не стреляет, я не понял. А, я думаю, что на это думал не стреляет. То как-никак. Седьмой левел. И мне не солит, блядь. Я, блядь, стреляет, а не стреляет. Смотрите, он просто стоит. Стоит и все. Стоит на месте и все. Пиздец. Эй, ты чё нашу оборону-то превратил? Блин, прорвались. Ой, маг, убейся, убейся, где этот маг тупой? Бейте этого мага тупого. И вот его тоже. Не. Ну ладно. Сейчас лопаты будут пиздить просто. Блять, с такой игрой у меня пиздец. Ещё первую часть. Ну это у меня как-то, понимаешь, ну круто. Так, блять, а чё нельзя поставить сюда? Кстати, а мне вот интересно вот эти вот. Эй, дед, себя зашли, ну ты всё. Так, мне кажется, или больше урона от вот этого. От взрыва лозы, да, взрыва лозы. Не, ежевичные лозы, лозы, вот. Ну-ка, сейчас. На. Прикол. Прикол. Чё за не ставь? А, там могила. Нет, а чё там? А, там кипишутер. Эй, из-за того, что уровень сложный, уже 25 минут идет. Так нечестно, слышите? А, хотя мне солнце не нужно так быстро. Так, это последнее желание? Ну вот. Бейте их там. Ну короче, ты нашу оборону не прорвали. Нет. Ну, все. Гелейт пока не нужно. Так. О! Не знаю зачем, не знаю нахер. Ну просто. Так, все. Ну это хорошо. Ты, блядь, опять завис. Вот и все.
Блин, за это серию идет аж 6 минут, кстати. Ну, наверное, главное мне пить 50 уже собраться. Теперь мы не будем заходить в арену, просто посмотрим. Так. Опа, вот так вот. Опа. Так, ну-ка там в меню, что там? Что там в меню? Что там? Так, ну ходу не был. Да. А, еще маркадами. Ну значит не будет серии. Всем смотрели на это видео. Всем было ясно. Ну всем пока. Подписалась. Вылетела игра. Нажал на колокольчик. И миссия выполнена.